Так, ну наконец-таки мои друзья отзвонились. Я приехал домой. И сейчас. Ух ты! Холодильник перевернулся. Сейчас забираю собачку свою любимую. Загружаю в холодильник лед. И едем мы на пруд. Посмотрим, что там у нас будет. Все, пока-пока. Вот мой собакин. О, ты еще и с кисей. Все, беги на место. Давай. Оп. Все, охраняй. Сторожи лопусик. Едем. 100 километров нам ехать до места. Пруд. Я уже говорил, где-то на границе с Украиной, в Куйбышевском районе, в Ростовской области. Так что паспорта с собой. Потому что паспорта. Родничок, ручеек. Попали. Дорога вся размокла. Уже в одном месте застряли. Не знаем, куда ехать. Сейчас возвращаемся назад. Пока что, короче, вот такая вот у нас рыбалка. Как обычно. Все как обычно. Не без приключений. Ну, посмотрим. Босичком. А, бля, вот это мы заехали. Ну, одно радует радуга, больше ничего. Грязь такая, ну не знаю, смогу я тронуться сейчас с места или нет. Внизу было так слышно, перед его убил. А тут как в другой стране. Сухо и комфортно. Слышишь, куда вы попали? Да. Вы что, застряли что ли? Нет, гора так сухо. Что-то зацепило, не мог развернуться, я задом ехал. Да? Не знаю. Километра задом ехал. А я думаю, где увидишь, ничего. Мне кажется, совсем рядышком этот уголочек. Слышь, я не знаю, как мы доедем до пруда. Приехали. На этот, скажи, на Тузлу. Не на высокорку, никуда. Чего? Вот красивая река, вечер. Время 7:30. Костерочек разожгли. Сейчас будет у нас плезир. Ну, Аделька покушала. Даже, даже уже кто-то ее пищу мою грызанул. Ну вот, Леша пилит. Ну, вот, дорога почти чистая. Дождь почти вот там не идет. Вон, смотри, вон он идет, где Леха стоит. Ну, да. Вот собака. Ну, тут бы он к нам не прошел. Ну, красиво. Ахуле. Убил бобра, спас дерево. Убил бобра, спас дерево. Все. Все. Готовим стол. Готовим стол. Чистим перепелов. Наш любим прошлогодник. Это октябрьский, сентябрьский. Вот, остатки. Вот, последние 8. Вот. Великий. Шолюм. Перепелки. Не, ну не, ну начало процесса. Почти уже все это трезвые. Вот, любовь до гроба. А сейчас вот сейчас ты будешь весь будешь. Чистый. Тяжелое похмельное утро. Вот, пожалуйста. О вреде алкоголизма поговорим. Так, время 5 утра. Светло, как днем. Леха уже пошел ловить. Я-то вас разбудил. Да, нет, ты разбудил. Я разбудил. Ты разбудил. Видали мы таких. Ну что ж, начнем. Тина. Тина. Леха, Тина. У тебя нету Тины? Совсем поверхностная у меня воблер. Чересчур. Ну попробуй еще, пожалуйста. Леха, это для слабонервных. Нормальные пацаны, утро начинаются с водки. Что-нибудь маленькое надо ставить. Та вертушка. Не хочу.
Сейчас что-нибудь мелкое поставлю. Вот она, блесна всех народов. Леха, слышь? Клок Жиликовский. Есть. А вот тебе голова. А две, ну ты что, озверела что ли? Ёпарыся ты. Ты что? Это моё. Ну как сказать мелкий? Ну, кому мелкий, кому нормальный. Чё он мелкий? Для речки. Мне кажется, хороший. Нельзя. Аделька, нельзя. Не трогай его, Адель. Фу, нельзя. Нельзя, я тебе сказал. Ты только поставил, да? Ну, успокойся. Ага, вот тебе, пожалуйста, на. Отъела? Только что, да, шарахнула, блин. Ой, вот такие твои. Это, ну я такого поймать не могу. У меня крючок крупный. Посерединке он. Лёха, щука. Нет, это такой окунь, слышишь? Аделька, нельзя, Адель, нельзя. Нельзя, Адель, нельзя. Адель, нельзя. Хороший. Прям такой хороший. Хороший прямо. Ну, такое ощущение было, что щука. Значит, туда кидать надо. Подцепился причем там, под тем камышом. Как обычно, не заснял. Снял камеру, уже голова устала, жарко очень. 8 утра, жарко. Сейчас покажу вам муку. Ух, хороший. А ты уйди. Ну вот. А ты-ка, уйди. Вот это мне удочка. Красавчик. Такой грамм, так, на 300. Ну, очень старается, так сказать. Ну, приятно было тащить вот такой лапузик. Леха, мелкого будешь жарить или отпустить его? Рыбку поймали и съели тут же, правильно? Правильно. Вот тебе большой и смотреть не на что, да? Половину мяса. Ну, перемешаем их потом, да. Если я... Вот это да. Вот такой вот прямо до берега монстра. И в конце кустного я гонял из-за тащить. Давай, Аделька, там 3 раза брошу и буду салатик делать. В конце концов, хоть на рыбалке порыбалить, ёпарыся ты. О, процесс яичница называется. На шампурах. Яичница на шампурах, это новое блюдо. Да, шампуры классные, еще старые диметровские титановые. Аделька, приготовили. Вот дырки. Кабанчик. Вот. Это
недавно. А кунька поджарили, вот салатик забавился. В общем, не кисло отдыхаем, надо заметить. Да. Чего? Рыбку поймать. Вот, треснуть, вот, чтоб все видели. Трех, ты сколько отпустил? Вот, много. Я одного. Одного и один большой сорвал. Учитывая, как мы попутешествовали, великолепно порыбали. За такое время, кстати, время без 15.09 уже. Пора завтра. Пора завтра. Режим, он. От режима мы уже не молодые. Уже не молодые. Вот так вот. Так, ну что. Все, отрыбалили мы. Поехали. Домой. Поймали в итоге 5 пучек. Кучек повыпускали, подкушали, позавтракали. 10:30 едем. Он красота, конечно, мой, хочу показать. Очень красивая речка. Я здесь первый раз. Природа бешеная, но охотиться мы здесь не можем, потому что это не наше хозяйство. Это район, а не китайский район. Кто не знает, район, потому что я сегодня не читаю. Далековато. Ну, как далеко? 80 километров от нас. Ну, вот такая вещь. Я думаю, что осенью сюда приеду я на подводную охоту. Осенью вижу, что я надо приезжать сюда. Что же, она глубокая, проточная. Я почистили русло. Перепил, бил, фазан кричал. О, живности здесь очень много. Фазанов немерено, перепилов немерено. Хорошо, живая речка, живая. Электроудочками еще не побили. Ну все, конец рыбалки. Будем монтировать кино. Пока.